Сделать родной город краше и зеленее. Гродненские депутаты сегодня заложили аллею из 130 деревьев в микрорайоне Вишневец. Подготовленные заранее саженцы народные избранники высадили вдоль улицы Южной. Акция по зеленению была запланирована в рамках республиканского субботника, который состоится 22 апреля. Однако дожидаться указанного дня гродненские депутаты не стали. И сделать благое дело решили еще накануне. Озеленить именно эту территорию города они решили по нескольким причинам. Сегодня мы здесь на улице Южной. Это новый большой микрорайон с новыми, новая проезжая часть, новые тротуары, новые дома, новых серий, новые магазины, школа, детские сады и очень мало зелени. Голо вокруг. Эту ситуацию нужно решать. Первую аллею гродненские депутаты заложили еще 70 лет назад. С тех пор ежегодно, продолжая традицию, народные избранники высаживают деревья, кустарники в парках и скверах нашего города. Высаженная аллея, говорят народные избранники, это очередная лепта в озеленение и благоустройство города. И выражают надежду, что жители микрорайона Южный будут оберегать высаженные деревца и поддерживать здесь порядок.